Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева заявила в ходе выступления на круглом столе, посвященном женщинам-руководителям, что для представительниц прекрасного пола предлагается сократить рабочую неделю. В Госдуме сейчас идут обсуждения по вопросу четырехдневной рабочей недели, отметила она. Потяева подчеркнула, что как уполномоченный по правам человека поддержит введение четырехдневной рабочей недели для женщин. Она объяснила, что женщина в России не только работает, но и совмещает работу со всеми заботами, которые есть. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели.